Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем концерт ансамбля «Арсенал». Начнем сегодняшнюю программу с композиции, написанной мною. Она называется «Инсомния», что означает «бессонница». Когда я ее писал, я держал в голове вот идеи такой медитативной ладовой музыки, которая возникла еще в самом начале 70-х, даже в конце 60-х годов, когда некоторые музыканты решили отойти от стандартов джазовых и играть совершенно новую музыку. Во-первых, меньше аккордов, вообще не похожую как бы на джаз, но импровизационную музыку. И, в общем, она стала называться там world music или новая new age там, или new wave, в общем, разными словами. Но принцип такой, что люди не обыгрывают гармонии, а играют так, чтобы заставить и себя, и слушателя, ну, подумать как бы о чем-то. В этом и принцип такой медитативной музыки. Вот на этих основах я когда-то и сочинял пьесу, которую вы сейчас услышите, «Инсомния».
Сейчас вы услышите песню, которую мы посвящаем памяти выдающегося музыканта, который ушел из жизни довольно рано, хотя в свое время он сделал очень много для разных видов музыки. Его звали Роберт Палмер. Даже трудно сказать, кем он был. Он играл, во-первых, на всех инструментах, он сочинял музыку. И поработал в самых разных жанрах, кончая даже таким уже поп-джазом. Хотя, в общем, его относят обычно к поп-музыке. Прозвучит один из его хитов, который называется «Happiness» – «Счастье» – Роберт Палмер.
Спасибо. А сейчас вы услышите один из хитов замечательного музыканта, которого зовут Лайонел Ричи. Он выступает довольно давно вообще в поп-бизнесе. Ну, хотя бы взять, что в 1984 году он получил Грэмми за одну из своих песен. И вот в те времена он соперничал с такими звездами, как Майкл Джексон или Принц. И он принадлежит как раз к тому типу американской развлекательной музыки, когда только чернокожие музыканты исполняет музыку, которая создана для того, чтобы развлекать белых. Это особый тип такой, в общем, американской музыки, когда развлекают белых. Многие чернокожие люди возмущались, возникли даже целые такие компании, такая как Stax, например, где чернокожие пели только для своих. Это было связано, в общем-то, с неравноправием, с борьбой за свои права. И они считали тех, кто развлекает белых, в общем, где-то предателями. Ну, в общем, Лайонел Ричи относится к этой категории. Но потом это как-то все забылось. Вообще, начинал он как вокалист и саксофонист даже. Одной из первых таких групп, которая называлась Commodores. Но потом он ушел и решил сделать сольную карьеру. Особенно ему удаются клипы. Вот тут он мастер. И сейчас вот прозвучит мелодия, на которую тоже снят клип. Она называется «Every Time I Hold You» Лайонел Ричи. You, I get me for that feeling.
сейчас прозвучит песня замечательного певца, которого зовут Джино Ванелли. Его музыка, она, в общем, вот, ну, полностью противоречит тому, о чем я говорил. Она сложная, там содержательные слова. Вот с этой музыкой Джино Ванелли из Канады, где он родился, решил перебраться в Америку, в Лос-Анджелес. И стал там выступать, петь и по радио, на концертах, как раз вот в этой самой среде развлекательной поп-музыки. И выяснилось, что, несмотря на то, что слушатели были белые, и привыкший к такой простенькой музыке, он вдруг стал занимать первые места и вышел на самый верх. Это был середина 70-х годов. И многие продюсеры, как раз чернокожие, возмутились этим фактом. Как так? Белый человек затесался в нашу компанию со сложной музыкой и еще вдобавок отнимает у нас популярность. Короче говоря, ему начали ставить палки в колеса, и он так незаметно потерял популярность. Это искусственно было, это очень просто делается. И он вынужден был просто на время куда-то уехать. Все думали, может, что он умер. Нет, он прекрасно себе попутешествовал. Он тем более увлекался всякой восточной философией. Он попутешествовал даже по каким-то храмам буддийским. Через несколько лет он вернулся, кстати, купил себе дом в Швейцарии и сейчас продолжает снова петь. Правда, немножечко в более джазовом таком стиле он поет. Но вот сейчас прозвучит песня середины 70-х годов, это был хит тех времен, который называется «The River Must Flow» – «Река должна течь» – Джино Ванелли.
закончим первое отделение инструментальной музыки. Вы услышите пьесу, написанную мной. Она называется «Профанка». Ну, вы, наверное, знаете, что все такое профан. Есть такое существительное мужского рода. Оно, в общем, чаще всего обозначает человека, который в чем-то вообще не разбирается. Но делает вид, что разбирается. Вот такая есть такая особенность психологическая у профанов. А вот женского рода существительного не существует. И вот я решил назвать эту пьесу именно и посвятить ее одной своей знакомой. Она такой музыковед. И когда она мне брала первый раз интервью, я понял, что она вообще никогда не слышала такого даже понятия, как фанк. Это не характерно для современной молодежи. Вот они каких-то вещей просто не знают, как будто их не было никогда. Знают, что есть рок, есть джаз, есть поп-музыка. А про фанк вообще и не слышали. Вот я и посвятил эту пьесу вот этой самой своей знакомой. И думаю, что это слово «профанка», оно войдет все-таки в будущем в словарь русского языка. Итак, посвященная девушкам, которые ничего не знают про фанк. «Профанка». Thank you.
Спасибо. Ну, теперь настало время представить вам участников. Дело в том, что сегодня впервые с нами играет замечательный перкашенист, его зовут Вартан Бабаян, один из лучших исполнителей на перкашен. Он будет иногда работать с нами как приглашенный гость, когда у него будут свободные дни. Мы постараемся, чтобы это было как можно чаще. Итак, Вартан Бабаян. Остальные участники уже постоянно арсенала. Это Марк Юсин, пианист и клавишник Юрий Погиба, бас-гитарист Евгений Шариков, саксофонист Алексей Козлов и наш барабанщик, который сейчас исполнил соло, Аркадий Бакланин. Ну а теперь давайте сделаем небольшой антракт. On a roll, his brain is screaming like a toy.
there's only storm. Riders on the storm. Riders on the storm. Thank you.
Слышали такую двойную пьесу. Первая – это «Riders on the Storm» из репертуара группы Doors, а вторая – это моя пьеса «Алайский базар», которую я посвятил вот этому историческому базару, который возник 2500 лет до нашей эры на маршруте Великого Шелкового пути. И он существует и до сих пор в Ташкенте. Я там бывал. Вот такая получилась пьеса. Ну а сейчас мы переходим, мы снова возвращаемся к нашей вокальной программе. Вы услышите песню человека, которого зовут Элвис Костелло. Это человек, который прошел колоссальный жизненный путь от предводителя панков до серьезного музыканта. И в 2003 году он выпустил пластинку, которая называется «Норд». Очень советую вам послушать ее, потому что это уникальная запись. Их было всего 500 штук выпущено. Не существует в природе этих альбомов, но записи есть. И вот сейчас прозвучит одна из композиции Элвиса, которая называется «Let me tell you about her», поет Марк Юсин. Indescribable, I can't quite catch.
fortunates with him, and drop the curtain on this thing, I shan't remain. Some things are too personal to intimate to speak. And gentlemen, don't speak of them. And there's never we. Apples and perfect conversational. It's up to say that you're sensational. Friends, now we got a need, include its mind. But then I start to speak the wrong mind. Let me tell you about her. Hush, not upset too much. There's something indescribable I can't quite catch. Let me tell you about her, the way that she makes me feel. And drop the curtain on this thing I shan't reveal. Very indiscreet, and yeah, that is an awesome that I might as well forget. Friends, look at me these days, the fun's a prize. But then I start to speak the right. Сейчас прозвучит песня группы, которая, в общем, тоже стала легендарной, поскольку они возникли еще в начале 80-х годов, и создатели были такие типичные английские студенты, причем не простые студенты, а такие немножко философствующие и даже мистики. Их зовут Роланд Орзабал и Курт Смит. И вот в то время, а это было начало 80-х годов, среди студентов английских, я подчеркиваю, потому что в Америке абсолютно другая ситуация в поп-музыке, в Англии более тонкая все. В то время среди студентов была очень популярна такая мистическая книга Артура Янова, которая называлась «Первобытный вопль». И я думаю, это мое предположение, некоторых музыковедов тоже, что свое название они взяли как раз из названия этой песни, которая сейчас прозвучит, как раз из названия той книги. Она называется «Первобытный вопль», а песня называется «Шаут», то есть тоже «Вопль». Итак,
Tears for Fears, Mark Юсин, Шау. Thank you.
понравился нам Марк Юсин. Юрий Погиба. Вартан Бабаян. Евгений Чайков. Аркадий Батлагин. Алексей Козлов. Александр Максимов. Thank you.
Сейчас он выйдет на сцену и споет с ансамблем «Арсенал» одну из замечательных песен Квинси Джонса, которая называется «Everything Must Change». Вот его выводят на сцену. Его зовут Алексей Геращенко. Добрый вечер. Every
one will change. No love stays the same. They all know the wrong. Mystery to unfold. Cause that's a way of time. No one knows a change. Thank you.
Алексей Геращенко. Спасибо огромное. Алексей Семенович Козлов, группа «Арсенал». Спасибо. На этом мы точно уже закончим сегодняшний концерт. Алексей Геращенко, мы очень вам благодарны. Спасибо. Прощаемся с вами. Всего вам хорошего и до свидания.